Ребят, всем привет! Достаточно сложно представить, как можно догнать лиса или хотя бы оставаться с ним в унисон во время бега. Ну вот, у нас получилось, мы едем. Эй, недолго музыка играла. Ой-ой-ой, Микки не так резко, Микусь. Микки бегает с такой потрясающей скоростью, что я за ним просто не поспеваю. Вот решили немножечко его обхитрить. Я вижу. Микусь, стой. Все, поехали дальше. Микки, у нас, смотри, целая аллея впереди. Ну ни в какую не хочет Микки бежать вдоль аллейки. Он усиленно тащит меня куда-нибудь в траву, в кусты, куда угодно, только не по аллее. Вот, едем. Ура, победа! Эй, ну, надо признать, что в какие-то моменты у нас все-таки получалось. Давай. Посмотрите, как интересно он пятится. Я-то задом. Не могу резко стартовать, надо с ним разгоняться вместе. Давай переднюю скорость. Давай к ней. Сразу же к вниманию критиков. Никто не тащит лису на поводке, он бежит сам. А когда он не хочет бежать, он просто садится, замирает, ему все по кайфу, ему хорошо, ветерочек обдувает, травка зеленая, земля, все как он любит. А? Пожалуйста, не пишите, что вы тащите его на поводке, вы его там заставляете, дайте лису свободу. Мы дали ему максимальную свободу. Куда захотел, туда побежал. С такой скоростью, с какой может, с такой бежит. В общем, ребят, нам это удалось. Лис набегался до такой стадии, что уже язык на плече, уже ничего не нужно. И говорит, катайте меня. То есть ролики ему достаточно хорошо так зашли, ему понравилось. Особенно ему понравилось кататься на руках. Надо признать, что Микуся очень любит скорость. А когда разгоняешься с ним на роликах, он делает ухи по ветру. Примерно так же, как вы можете видеть в ролике, где видео идет, когда он вылазит в окно из автомобиля, и автомобиль набирает скорость. Только тут он не залазит никуда обратно, а так и едет. То есть ушки прижал и пошел. Парню очень понравилось, на удивление. Ну блин, возьми трубку. Возьми. Алло. Внезапный звонок прервал Привет. Наше торжественное катание по аллейке. Лису на роликах катает. Что, дать тебе его срочно надо? Сообщение о том, что Микусю катают на роликах, застало его врасплох и приятно удивило. Как, впрочем, наверное, и многих прохожих, проходящих мимо в тот день. Вы бы видели, как в тот день Микуся накатался, набегался, как крепко он спал после такого замечательного приключения. Вот в таком необычном формате заканчивается наша прогулка. Хотели просто дать Микусе возможность побегать, но в итоге получилось, что катали его сами. Потому что он достаточно быстро устал, может быть, с непривычки, может быть, нужно чаще выходить с ним на роликах. Потому что угнаться с ним не представляется возможным, это достаточно непростое занятие. Бегает он очень-очень быстро. Мне нравятся твои ролики, когда они внизу.
сегодня Куся как прокатился? Интервью. Скажите ваши комментарии. Ну, а Микусе на самом деле все понравилось. Я же на этом прощаюсь с вами. Желаю вам крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорых встреч.